Драматурга Николая Калиду сегодня пришлось выносить из театра на руках. Во всем виноват полет творческий, который труппа знаменитого режиссера продолжит в новом здании на улице Ленина. Сегодня артисты начали переносить туда первые вещи. Среди самого дорогого оказались портреты Калиды и его кошка Маруся. Ирина Шутько наблюдала за всей этой катавасией. Я не хочу, Маша, больше жить одна! Я не буду жить одна, Маша! И квартиру я менять не буду! Актеры меняют не квартиру, а целый театр. Свой деревянный дом на Тургенева они меняют на благоустроенное здание на Ленина. И хотя переезд долгожданный, обитатели, кажется, оттягивают этот момент до последнего. Пока одни репетируют на старой сцене, другие пакуют чемоданы. Пыль мы сдуем. Пыль здесь оставим. Пыль тут. Пыль нам не нужна. Платье, парики и банка варенья. С собой в новый дом артисты Калиды забирают только самое необходимое и дорогое, ведь большинство вещей здесь еще пригодятся. Мы еще месяц почти тут играем. Тут вообще опасно что-то трогать, потому что если спектакль начнется, чего-то нет, туда же не побежишь далеко. Это портрет моего молодого человека, вот я его тогда понесу. Потому что он у меня на грим-столике стоит. В руках словно иконы портреты Моны Лизы и Николая Калиды. В новый театр труппа идет своим чуть ли не крестным ходом. Но на входе вперед суеверно пускают кошку Машку. Ну, моя хорошая. Давай. Иди, Господи, помоги. Иди давай, Маша, иди. И Машка безошибочно идет по новым коридорам в зрительный зал. Он в разы больше прежнего. Здесь 120 мест, современное освещение и новейшее оборудование. Впрочем, привычные для зрителей Калиды театра темный фон и множество дверей за сценой остались. Я попросил сделать вот эти 5 дверей, которые сейчас есть на сцене, и эти 3 люка, которые есть. Все равно сейчас уже есть возможность больше фантазировать, и, скажем, актер может выйти в одну дверь, войти в другую. И хотя новое здание только начали обживать, сюда переносят знаменитую мебель и книги, в театре уже по-домашнему уютно. Новую сцену актеры обмыли песней, а при входе в театр, на счастье, повесили портрет Николая Калиды. Сейчас в новом здании ведется мелкий ремонт, и оно обнесено забором. Но уже 21 апреля Николай Калида вместе с артистами встретит первых зрителей спектаклем «Вишневый сад». Ирина Шутько, Владимир Середа, новости 41 канала.